Здесь собралась вся сборная страны, все сильнейшие. Они на сегодняшний день, ну, во-первых, очень любят наш мобильный фристайл-парк. Он единственный. То, что мы сегодня придумали, разработали. У нас сегодня 13-я локация. То есть мы собирали, разбирали. И каждый раз новое место – это каждая новая конфигурация трека. Сделал сальто с тремя барами назад. Это такое одна из моих короночек, которую, по сути, только я в России делаю. И, ну, мне нравится. Люблю барспины. Suicide No Hand, я думаю, X-Up на X-Down, наверное, такие трюки, которые решили. Ну и, наверное, перемещение по парку, трансфера.